Как создаются программы и выходят новости в прямой эфир? Ответы на эти вопросы получили ученики гимназии номер 56. Совсем юные школьники побывали в гостях у телеканала ЛРТ и узнали, что скрывается по ту сторону камеры. Просто обращаешься в этот момент к папочке, смотришь, что там у тебя, и дальше продолжаешь работать по папке, пока инженеры уже там пытаются все настроить. Надо же к тебе сюда в микрофон говорить. Так, говорите, пожалуйста, громче. Уникальный случай. Ведущий новостей и ведущая развлекательных программ на одном хромакее. Мастер-класс от мэтров ЛРТ взамен на любознательность. Школьники проявили большой интерес к телепроизводству, узнали, как работает суфлер, о сложностях работы. В прямом эфире и даже увидели самые потаенные кабинеты. Почему здесь такие штучки мягкие, что можно на них опереться, можно полежать? Как вы думаете, почему? Для чего? В студии звукозаписи ребята узнали, как работает шумоизоляция, а в редакции познакомились с корреспондентами. Дарья Борисова рассказала школьникам о своей профессии и раскрыла секреты написания интересных сюжетов. Многое зависит от того, как ты отработаешь на съемке. Очень важно найти интересного героя, который будет главным персонажем в сюжете. Вот. Это какой-то интересный человек, который вот участвует в событии. Телевизионная жизнь не на шутку увлекла ученика 4 класса Олега Козлова. Начинающий блогер уже ведет свой канал на Ютубе. Мальчик давно не боится камеры, мечтает стать телеведущим. Видео, как надо рыбачить, какие блесна надо подбирать. В Майнкрафте как какие постройки делать. Мне 9 лет. Я недавно это узнал, но и сразу у меня желание захотелось блогером стать. А как правильно снимать и каким оборудованием пользуется, поведал гостям оператор Александр Моисеев. Динамический микрофон, петля, световое оборудование – все это удалось увидеть в работе ребятам. Завершилась экскурсия в сердце телеканала. В стенах аппаратное вещание. Школьники увидели, как попадает телевизионный сигнал в дома к телезрителям. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.